Всем привет! Здрасте! Мы продолжаем записывать свои видео по губной гармошке и решили записать еще одну тему, такую же известную, как «Одинокий пастух», называется «Эль Кондор Пас». Исполняла ее куча исполнителей, тот же Лео Рохас, там Пол Саймон. Мы эту тему играли с группой «Доктор Ник» в клубе «Доме у дороги». Причем мне тогда лидер-гитарист сказал: «Ты тему не играй на гармошке, мы ее голосом споем». Меня что-то тогда заело, тему я знал, разбирал ее, но велено было не играть, я не стал мешать. А мы сегодня запишем полный инструментал с гитарой, Слава мне поможет. И я решил, раз уж мы записываем этот ролик, я отправлю его на конкурс талантов. У нас на работе под Новый год проводится конкурс талантов, и я решил, может быть, что-нибудь выиграю. Поэтому я этот кусочек вступления отрежу, а дальше буду писать, как будто это на конкурс талантов. Добрый вечер. Здравствуйте. Так, ты скажи. Да сам скажи. Ну окей. Это видео подготовлено специально для конкурса талантов компании Garant Invest. Сыграем мы песню «Эль Кондор Паса» на гитаре и на губной гармошке. Спасибо вам за внимание. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания.